Всем привет, с вами я, Саша. Сегодня у нас кулинарная пауза, и мы будем готовить сосиски в лаваше. Приступаем. Для начала берем лаваш. Два сыра. Затем берем сосиски. Взбиваем яйца. Готово. Теперь обмакиваем наши сосиски в яйца и в разогретую с маслом сковородку. Вот такие вот они у нас получились. Ну что, пробуем? Какая вот она у нас внутри? Такая вот она у нас получилась. Пробуем. Это очень вкусно. Ну а вам понравилось, не ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а всем до новых встреч. Пока-пока.